Этого достаточно. Летел Серега. Привет. Давай. О, да. Чё, блин, я так испугался. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гном, Васаби Скромник, Дарк Драгон, Серега, Крошка-Крошка, Енот, пацаны, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Я из будущего, народ. Сегодня у нас 31 декабря, всех с наступающим Новым Годом, и кто будет смотреть ролик 1 января, с Новым Годом, ребята. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня бешеный комбайнер против зомби. Погнали. И... Давай, Серега, покажи вещи. На тебе. Нас разгонуло пашить. У нас, кстати, по 100 жизней, но они очень быстро выносятся. Ух ты, блин. Это было близко, Серега. Это было близко. Но у тебя все получится. Лучший лайфхак. Да, ничего не надо делать, просто стой. Ну кого-то же он убьет? Убьет. Когда-нибудь, да. Не, надо использовать просто... Держи сзади. Да-да-да, и все. Или сбоку. Потихоньку-потихоньку и вынесет. А когда уже будет два комбайна, это будет более эпично. А прикиньте, 7 да. комбайнов против одного. О, я уже, кстати, этого жду. Пока мы стролим Серегу. Может, Сереге помочь? Ну, хочешь, помоги ему? Да. Хочешь, вези комбайнера? Не, ну это будет нечестно. Я знаю, что Серега убьет кого-то. А, ты подался или нет? Да, он поддался. Ах ты хертрец. Это не. Не, я просто знаю, что типа он думает, сейчас я убью всех. Я буду сзади драгона. Пацаны, идемте со мной, я покажу, куда они не смогут нас достать. Я на спауне, идите за мной. А, внутрь, внутрь? Нет, сюда. Он догоняет. А, мы сейчас так, короче, сделаем, что они упадут в воду. Досканем его. Это не летят, Серега. Летят. Серега, смотри, а я здесь... стою. Я стою на островке, видишь? А ты отсюда не уйдешь, если они тебя зажмут. Так вот сначала зажать надо. Таскаем его. О, еще жизнь отнял! Эй, уже 65 хп. Драгон, давай аккуратнее здесь. Да-да-да, я знаю, что Драгон вообще ездит. Я сказал, что упадет в воду. Пацаны, учитесь. Первый упал комбайнер. Ну, Ниша, бери заново. Тебе прощается. Не знаю. Только тот старый удали, а то его еще на металл сдадут. Давай. Я сдам. Макс, давай прям на него. Ого, красивые кадры. Тебе не идет. Давай, Драгон. Там что, дураки, что ли? Драгон. Вы же должны друг друга не мочить, а нас мочить. Давай, Серега, Серега, упади теперь твои. О, давайте его толкать. Давайте то. А, нет, жизни тратится. Не-не-не-не-не. Я там кого-то по жопе дал. Меня. Давай, давай. О, хорош. Лох, енот. А что, кто-то опять в воду упал? Енот. Меня зацепили. Так, ну что, надо валить с этого островка, теперь их очень много здесь. Трое. Куда? Не, он не догонит, да, наверное, меня? Ого, вот это он красиво. Дерби комбайнеров, погнали. Сейчас друг друга убьют. Давай, Серега, его. Давай, мочи. Я за Диму, я вычислил Димку, и сейчас за Димой еду. А это не я. На. О, кто мой сейчас захавает? Серега, ну не убивай, пожалуйста, пощади. Есть, я убил его. А это не я был, это был гном. Ну все равно, я гнома убил. Молодец, Серега, молодец. Кстати, сейчас уже что будет, четверо? Да. Четверо комбайнеров, ребята. Ой, ну что, Макс? Бешеные это комбайнисты, да? Или как будет? Я тебя запомнил, я выехал за тобой. Комбайны. Пацаны, давайте сделаем челлендж для вас. Я буду здесь вас ждать. А почему мне урон не наносится? Ну что вы надо мной? Не-не-не, ускоритель не брать. Ускоритель, да, это нельзя, не это нечестно. Потому что за это можно получить бан. Ба-ба-бан. Пацаны, смотрите, где я. Что, думаешь, тебя не достану? Да, так, едь ты уже. То ты сначала приедь сюда, а потом говори достану. Он еще не ехал. Я сказал, ускорители не брать, чел. Ты что делаешь? А то просто у него эффект такой. Спасибо. Перевернулся. Ой. А, он застрял уже один. Я пока там смотрел, они уже тут. Ну ладно, ладно. Ну что, бывает. Жизнь, мне тяги не хватает. Да? Да, заехать. Давай. На холмик. Иди сюда. Кто, еще один? Да, да. Это место здесь нельзя так приехать. Это проклято, ладно, спускайся, пацаны, не буду тут больше. Вот так сделаю. Не буду здесь больше играть. Я почти поднялся, а ты уже спустился, какашка. Ну все, давай, давай. А кто тут за меня бегает? Мой виснет. Мой виснет. Ой-ой-ой, еще кого-то задавит. Ой, очень виснет. Серега. Да. А ты где? Иди, я в Караганде. Кто, я на тебе завис.
Ё-моё, не увидел комбайн другой. Да не, нельзя, нельзя, пацаны. Надо, надо. Чё, сколько хп-то у тебя? Что ты там, а? О, Дима, у тебя то... А, хотя да. Красиво, красиво. Контролируй. Ого, а чё со мной? На жопе катаюсь. Ребята, давайте, Дима, вот он, Дима, круто давайте. Выживать, когда очень много комбайнеров. Да они в дверях стоят, алло. Кто в дверях стоит? Не, пацаны, выходите. Кто сыт, тот конченый. Согласен. Опа. Где этот вообще на комбайне дрифтит? Серега, красиво я уклонился? Да, еще чуть-чуть, и я бы тебя задавил. Что там, движка не хвата? Ага, вот еще чуть-чуть. Опа. Назад. О, кто наверх залез. Так, осторожно, осторожно. Я в крысичью хотел, Дима, убить. Да, спускайся, спускайся, не буду тут играть. На крысу. Да. Все, минус крошка, крошка. Отлично, это что, 5 уже будет или 6? 6. Я один остался, выживший? Да. Отлично, ребята, ну что? Нет, ребята, надолго, надолго. Ай. Близко. Это было близко. Но этого недостаточно. Спасибо. Это я. Прощайся. О, ребята, этого недостаточно, чтобы меня убить. Этого достаточно. Я Серега. Привет. Давай. О, да. Чё, блин, я так испугался. Кстати, выжить? Да, давайте, хотите, Серега, еще один прикольчик? Давай. 3, 2, 1. Посмотрим, на сколько времени он выживет. Я думаю, минуты 3, ну 2, наверное, даже, и то нет. А я вообще-то, когда я вышла из метро... А, нельзя туда, да, там читерское место. Ой. Вот о чем я и говорил, что ему жипа. Серега. Пацаны, 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 да, контролируйте его движение. Давай, ну, Серега. Все. На. Дардрагон, давай ты теперь. Давай. Я хочу посмотреть, у кого какой IQ. Мне кажется, легко выжить, просто надо траекторию заранее продумывать. 3, 2, 1. Дардрагон должен выжить. Красиво обманул, обманул. Понял, что у вас двое? А что, а кто внутрь? Кто еще один? Не знаю. Кто двое у вас? Я Дардрагона вижу. Я вижу, а ты сбил, видишь. Кто у вас, пацаны, этот, галюники? Нет, реально, вот второй выбежал из ангара. Ну не обращайте внимания на него. Дурачок какой-то. Так, давайте, Дардрагона мочите. Ну! Да смотри, его тяжело поймать. Так, надо его заранее. Отлично, слышали звук хрустяния? Хрякс? Кто хочет еще выжить? Серега, ты не хочешь? Давай, моя очередь. Давайте, Серега же первый был, он не выживал. Давайте, Серега. Сейчас зомби возьму. Блин, никто не продержался даже минуты, представляете? Это Лопухи. Очень сложно. Почему я жду минуты? Да, но кажется, что легко. 2, 1. Серега, выживай. За аниматроника гораздо легче. Ну я знаю. На, попал. Смотри, красавелла, брателла. Я обязательно выживу. Не, ну Серега пока меня выживает хорошо, но не дольше, чем все. Ах ты хер треть. Ой, попал. Больно, минус 10 хп. Отлично, бывает. Еще. Куда привела? Давайте, поймайте меня. Я на кого его? Я сел? Ну отцепи меня. Шмем его. Я вот так еду, с этой стороны. Я хотел, короче, я пожертвовал собой, хотел убить тебя. Даже ценностью своей жизни. Блин, ну не получилось тебя поймать, Серега, молодец. Молодец, Макс, да? Поехали. Молодец, поехали, енот. Максим. Енот красавчик, это помогает мне. Дима, давай, аккуратно. Давай. Давай, Серега, выйди теперь. Я живой. Вы что думаете, я плавать не умею? А, давай выплывай, потому что в воде нечестно. Выплываю. Вижу я этого зомбака, который на жопе скользит. Серега, ну вы... О, голесом по башке тебе не дал? Не, я живой. Да куда меня занесло? Серега, молодец. Пока мне Серега дольше всех выживает. Представляете, какой молодец? Да меня постоянно толкают. Я хочу хотел бежать, потому что это читерское, считай. Я потом не буду. Все, енот упал в воду. Ну, Серега, ну как я тебя не поймал? Еще двое в воду упали. Серега, ты... Лопухи какие-то. Тополины. Давайте я сейчас... Как это я тебя не убил? А, сколько всего? У меня 80, вы мне по 10 хп сносите. Вы на медленных. Давай, 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 давай! Есть! Зажали! Я живой еще. По стене! Вы что, забыли, что ли, зомби? Который умеет. Давайте, давайте, вот так надо все вместе ехать на скорости. Отлично! Что отлично? Я живой, убежал от вас.
И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя уйду. Ах ты, тварина морская. Я уже больше минуты выживаю, да? Блин, да не хотел, не хотел. Да блин, как инвалиды все катаются. Это цирк. Есть. Дарк Драгон отомстил за все разы, которые мы страдали. Кто еще хочет выжать? Последнее, последнее выживание. Давайте енот. Енот, давай ты. Полетели, пацаны. И сейчас, кто его первый убьет, самый лучший игрок. На, получил, пацан. Тварина. Так, тихонько, пацаны, не разбиваем комбайны. Мы должны их после ролика сдать, все должны новые быть. Это же реквизит для роликов. Наверх, не сдержи. Блин, ну он специально это использует против себя. Чего, против нас? Почти. Это я же наверх, я же не в здании. Ну, наверх, не сдержи. А почему я буду прыгать? Так, я его сгоняю сверху, пацаны, потому что кроме меня никто. Я вас подожду. В эти щели, блин, он кидает здесь как кусок говна этот комбайн. Он куда-то забежал. Ну все, пацаны, я сел. Я бегу, ковали. На пузо. Да блин, я в тему. Привет, Дима. Как дела? А нормально. Ой, это кто тут сел? Это Дима. Давай, кошку ловим. Тихо, тихо, тихо. Вот он слева. Давай, давай, давай. Блин, этот кусок дерьма не едет. Ну что, я даже не знаю, Серега дольше, да, выживал пока, мисс? Да. Ждем, ждем, енота должны убить. Я-то на он на уклоне нет, специально, нельзя. На уклоне, он на уклоне. Давай на плоской карте, вот тут, вот, где, давай, возле погнали. Спауна, давай. А вот тут мы тебя убьем. Во, лично, ли. Видишь как? Закрыли. Закрыли в коробочку тебя. Если понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Ты сейчас...